Я пошел в политику с самого начала. Как только я попал в Южинский круг, я пошел в политику. Что такое политика в советское время? Насчет политтехнологии, это, видимо, вы когда родились, извините? Ну, в конце 70-х. В конце 70-х? Ну, конечно, могли и забыть все. Политтехнологии были одни. Это распространение там, всякого рода диссидентских материалов, перепечатанных от руки, распространенных на ксероксе. Вот. Или там, не знаю, издание книжек за границей, как более такие продвинутые диссидентские товарищи, скажем, Буковский. Ну, какие политтехнологии? Структура была жестко полицейской. Вот. Я между 69-м и 80-м годом арестовывался, по-моему, 6 или 7 раз. Вот. Сидел до 2 месяцев там, с допросами, там, со всякими такими жесткими вещами. Вот. Но каждый раз, скажем так, не хватало материала для дела. Время тоже было не сталинское, не набирался материал. Вот. Возможно, еще какие-то силы вмешивались, которые, может быть, хотели посмотреть, как оно дальше пойдет. Так или иначе, в принципе, окончательного решения вопроса не было.